Сезон посвящен премьерам различного рода, и сезон открывается оперой. И, конечно, в этой опере «Сказки Гофмана и Офенбаха», которую представит наш театр первый раз, занят тоже балет. Наша главная премьера сезона – это балет «Челкунчик». Это спектакль, первоначальный спектакль, который видел Петр Ильич Чайковский, видел в том оформлении декораций и костюмов, которые благополучно дожили до сегодняшнего дня и сохранились в фондах Санкт-Петербургской театральной библиотеки и фондах Петербургского театрального музея. Я возвращаю легенду, первоначальный спектакль «Щелкунчик» во всем его великолепии императорского русского театра. Это будет такая мировая премьера и российская премьера в частности. Фестиваль Шостаковича насыщенный в этом году получился. Театр участвует в нем тоже премьерой оперы Бенджамина Бриттона, чей юбилей недавно весь мир музыкальный широко отмечал. В театре оперы балета в Самаре это будет первое появление фамилии Бриттон на сцене. Идея была пригласить как можно больше в нашу театральную семью, в наше сообщество, как можно больше творческих сил. Таким образом, в спектакле участвуют хоровая школа, хореографическое училище, хореографическая школа, институт культуры, а школа акробатов в Самаре. То есть это будет такой спектакль, необычный даже для нас, необычный такой формат. А летом, закрывая сезон, мы предложим впервые прийти в наш театр, как в театр мюзикла, потому что мы будем экспериментировать, будет мюзикл «Остров сокровищ». Мы сейчас плотно работаем над этой постановкой с композитором Андреем Колесниковым. Thank you.